Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты, как действующие, так и потенциальные. Мы сейчас с вами находимся на странице сайта лаборатории психологического обеспечения, страница номер 2, юридическим лицам. Видео будет коротким и несложным. Смысл в том, что на этой странице размещена вся необходимая информация для того, чтобы получить понимание того, что же мы предлагаем. Соответственно, здесь три подстраницы. Соответственно, мы предлагаем услуги дистанционных психофизиологических обследований через сеть интернет, приобрести наши методики предлагаем и создать у себя на предприятии, благодаря нашей помощи, нашему сопровождению, лабораторию под ключ. Очень важно обратить внимание вот на этот раздел, прежде чем переходить к каким-либо другим материалам нашего сайта. В этих видео, сколько их здесь, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, практически все ответы на возможные ваши вопросы. Поверьте мне, все очень просто, и в этих видео худо-бедно, качественно-некачественно, но вполне доступно, понятно и наглядно изложены ответы на все возникающие вопросы по тому опыту общения с нашими контрагентами, которые мы приобрели. Задают вопросы, задают их очень много, и, соответственно, можно эти вопросы снять, просто посмотрев небольшие ролики. Они небольшие, 5, максимум 7-10 минутные, 10, наверное, нет, минут 5-7, и то, наверное, меньше. Соответственно, можно посмотреть и ответить себе на вопросы, как мы взаимодействуем с контрагентом, для чего мы это делаем и почему нужна наша услуга, как выглядит результат нашей деятельности в двух вариантах даже, здесь и здесь по видео. Краткая инструкция, как проходит непосредственно процедура психофизиологических обследований. Разберитесь, пожалуйста, посмотрите, и вам будет многое-многое понятно. То есть не будут таких вопросов задавать, как, допустим, как вы нас собираетесь обследовать, сколько это времени занимает, каков результат этих обследований и так далее. Соответственно, алгоритмы. Еще раз алгоритмы. Кто должен проходить обследование, как это происходит и для кого это делается, и так далее, и так далее, и так далее. Есть и другие видео, посвященные различным аспектам нашего взаимодействия, нашей работы, и с ними можно, соответственно, ознакомиться на нашем канале. Там несколько тысяч просмотров, более 200 тысяч просмотров, несколько сотен подписчиков, соответственно, видео посвящены исключительно деятельности лаборатории как по оказанию услуг юридическим лицам, так и для специалистов, психофизиологов, медицинских психологов, психологов. Там все это находится на этом канале. Принцип наглядности. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому прошу вас обращать внимание на этот раздел. Все ответы на нем в этом разделе есть. На этом, пожалуй, все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!